многие знают геймификацию как отличную штуку, которая работает в различных продуктах для того, чтобы завлечь пользователя. Я же буду говорить о геймификации в девелопмент-команде. И расскажу об опыте, который я имел в компании EPAM на достаточно большом проекте, 12 команд, в котором мы действительно применили геймификацию по делу и которая принесла достаточно интересные и хорошие плоды. Привіт, мене звати Почтар Юрій, і я буду розказувати про помилки в використанні тулзів для project management. Мова – найкращий спосіб передачі думок, але проекти все рівно організовувати потрібно. Мене звуть Євген Осьмак, приходьте на PM Framework Days 10 вересня, поговоримо про когнітивні помилки і упередження. Привіт, мене звуть Ліна Шишкіна, і я вместе з командою PM FV Days приглашаю вас на конференцію. Вас ждут три потока, два потока докладов и крутой поток воркшопов. Приходите, будет весело. Запрошуємо на конференцію PM FV Days. Коли?